Около 5000 человек собрались в центре Стамбула на акцию протеста против действий временных властей Египта. Военных, разгоняющих в Каире исламистов, участники демонстрации заклеймили как «убийц мирных граждан». Толпа скандировала имя свергнутого египетского президента. Ранее Турция отозвала своего посла из Египта, Каир ответил тем же. Кроме того, были отменены запланированные военно-морские учения двух стран. «Мы здесь для того, чтобы все вместе защитить свои идеалы. Мы должны поддержать Мурси, потому что он был избран честным, демократическим путем. Здесь есть представители всех слоев общества. И рабочие, и менеджеры – все здесь». Кроме лозунгов с обвинением египетских военных в совершении государственного переворота, на демонстрации звучали и призывы к другим исламским странам по всему миру предпринять конкретные действия, чтобы остановить убийство в Египте. В акции протеста в турецком городе Бурса принял участие лично премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган, так же, как и Мухаммед Мурси, принадлежащий к политическому движению исламистов. Эрдоган сравнил министра обороны Египта Абделя Фатаха Ас-Сиси с Башаром Асадом, заявив, что и тот, и другой потеряли совесть, убивая мирных граждан прямо в мечетях. Поддержать египетских исламистов вышли на улицы и арабы, проживающие в Израиле. Около 2000 человек собрались в Назарете, размахивая флагами Египта и неся портреты Мухаммеда Мурси.